Замглавы Челябинской Рублевки, которого обвиняют в мошенничестве, отпустили домой. Челябинский областной суд удовлетворил жалобу адвоката Игоря Азархина на постановление Центрального районного суда. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 декабря 2019 года. Однако, рассмотрев жалобу, суд апелляционной инстанции изменил самую строгую меру пресечения на домашний арест на тот же срок с учетом состояния здоровья обвиняемого. Ущерб составил для Челябинской области, поскольку денежные средства выделялись именно из бюджета области, составил не менее 46 миллионов рублей. Напомним, чиновника задержали 1 октября после обыска в администрации Сосновского района. Азархина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. По версии следствия, в результате действий чиновника областному бюджету был нанесен ущерб в 46 миллионов рублей.